Всем привет! Сегодня хочу сделать селедку, как вы знаете, в видео из интернета, ну где ее вот так вот за хвост разрывают, и значит там все кости и остаются, а остается чистое филе. Ну что, попробуем? Ну вот как я поняла, для начала ее нужно очистить, снять шкурку вот эту, потому что если шкурка останется, то ничего от этого не выйдет. Поэтому будем снимать шкурку сразу. Селедка пахнет. Странно, да? Вот она такая. Внимание. Ну что, будем как-то, наверное, делать надрезы. Одна сторона готова, еще одна. Гляньте-ка, с этой стороны уже все попроще вышло. И перед вами голая селедка. Все, я ее протерла, чтобы она не обрызгала меня. Я так понимаю, что сейчас вот здесь, по центру, нужно этот хвостик разделить на два. Ну, разорвать немножко, у меня такой хвостик не совсем удачный, но попробуем. Ну что, делаем вот этот коронный пик-пик. Куда? К себе или от себя? И... Ребята! Слушайте. Она меня, конечно, сейчас обрызнула, не только меня. Но все получилось! Классно, ну-ка глянем. Так, вот здесь получается. Ну, немножко кости остались. Вот в этой боковушке косточки остались. Ну, я думаю, это не критично, можно их вырвать. Сейчас попробую так отделить, чтобы еще больше их там не осталось. Ну вот, получилось. Две косточки остались. С нами. Сочек сейчас хребет достану. Угу. Ух ты! Ни разу такого не видел. А? Как вам? Странная штучка такая, да? Ну, слушайте, лайфхак годный, конечно. Но мне кажется, вот это все того не стоит, вот это вот все вымазываться, вонять. Я не знаю, мне кажется, я это все не отмою. Но лайфхак годный, конечно.